Сорт острого перца Fuzhou Kestrel 1. Это сверхурожайный сорт. Острота такого перчика 1 миллион скобелей. Довольно острый. Этот сорт относится к виду Capsicum chinensis. Это разновидность сверхострых сортов. В 2011 году Fuzhou была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире. Высота такого растения может достигать до 1 метра в высоту. Срок созревания от 90 до 110 дней. Довольно рано созревает и может давать вам очень и очень и очень большие урожаи. Смотрите, сколько перца здесь. Можно сказать, прямо один на одном. Такое вот количество громадное. Это очень и очень острый перец. Имеет такую красную форму. Такой вот. Созревает от светло-зеленого до красного цвета. Камера, конечно, не передает всей красоты. Это очень-очень высокоурожайный сорт. Я советую вам такой сорт. Можете высаживать у себя дома. Стручки начинают созревать где-то в первых числах сентября. А завязи появляются где-то в 20-х числах июля. 20 июля. И вот он вяжет плоды. Очень большое количество. И это сверхострый перец. О, смотрите, сколько тут их. Я их немножко подрезал. И получилось супер. Давайте рассмотрим поближе такой стрячок. Он имеет такую морщинистую структуру красного цвета. Давайте взвесим. Посмотрим, сколько у нас он весит. Весит 7 грамм. Это еще маленький стрячок. Бывает больше. До 10, до 11 грамм. Сейчас разрежем. Посмотрим, какой он в середине. Он имеет такие стеночки. Стеночка где-то 1,5 миллиметра. Запах приятный у него. Такой цветочный. Семян мало у него. Очень хороший сорт. Растение многолетнее. Можно выращивать в открытом грунте. Также можно выращивать у себя на подоконнике. Он места много не займет. Где-то будет высотой сантиметров 50. И довольно высокоурожайный. Дает очень-очень большие урожаи. Так как растение многолетнее, вы можете получать перцы в течение всего года. Выращивайте и удачи!